Приветствуем всех, с вами комментатор Олег Сломаха и Дмитрий Анисимов. И у нас сразу, можно сказать, извинения к нашим зрителям, так как мы сыграли с Димой, я считаю, очень интересную партию. Прямо по домашнему анализу Димы, который делал видео по Гамбиту Фрома. И все прям точно по анализам. И да. Мы забыли записать это, обидно очень. Но мы сейчас покажем. Да, забыли нажать на запись. Ну что ж, такое тоже бывает. Итак, белыми играл рейтинг 2187, ник Искитим, ну и черными мы с Димой. Итак, да. F4, E5, гамбит Фрома. FE, D6, ED, слон D6. Конь F3, G5. C3. И вот тут C3 хитрый ход с идеей дать шаг ферзем с А4. Это я показывал сам первый вариант видео. И потом конем на D4 выскочить. Ну давай, вот. Да, G5. Так все и вышло. G4, ферзь А4, конь C6, конь D4. Шаг ферзем. Ферзь H4, G3. Слон G3, HG, ферзь H1. Отдали качество белое. Да, о, заехали. Вот сейчас конь B5 за пешкой C7. Да, и здесь ошеломительный ход, найденный Димой при домашнем анализе. Ход H5. Да, вот, да, дебютная заготовка, вот она, H5. Конь бьет C7, жертва ладьи, король F8. Здесь и... ладью брать нельзя. Покажем зрителям, что на взятие ладьи последует просто H4, да? Да, а если еще и взять на H4, то вообще G3, G2 и все. И можно сказать, что приплыли. Да. Потому что не помогает, видимо, ферзь E4 там из-за того, идет. Что там ферзь, да. И, соответственно, слон никак не держится. Все, пешка идет. Ферзь F4, просто G2 и ферзь прошел. Да. Поэтому ферзь F4 соперник сыграл сразу, похитрее. Но он долго думал, кстати. Сколько он думал над этим ходом? Ну, секунд 30, 3.57, наверное. Вот, верни, там же внизу, ой, вверху время. Тут 3.57. А, почти... Это... Так, сколько это получается? 3.57, 4.37. 40 секунд. 40 секунд потратил на ход. Да, но здесь мы сразу сыграли, вот смотрите, время 4.38. 7 секунд мы потратили на то, чтобы сразу, ну, как это сказать, вспомнить, как здесь надо играть. Ладья H6. Угрожает ладья F6. Да, я вот подзабыл, нам надо сперва H4 сыграть или нет, но, по-моему, ладья F6 тоже нормально. Не помню, вот. В каком проекте. Конь D5, ладья H6 не дают, но слон E6. Мы хотим просто съесть. И, кстати, Дим, мы зевали то, что можно было взять этого коня просто. О! Да. Мы могли его просто взять. Но получилось, видимо, еще интереснее, потому что страшная связка на F1. Нет. Может быть, слон E6 даже еще сильнее. Нет. Это просто это. Я... Глядя на свои анализы, я помню, там на конь d5 обязательно слон e6. Вот да, ферзь d5. Ну, слон e6, кстати, этим ничем не хуже, по-моему. Ну, давай посмотрим. Да, да, тоже сильно. Очень сильно. Ну, ферзь d6. А, конь e3 здесь соперник сыграл. Конь e3, да, защитил слона f1, но, конечно же, последовал ладья f6. Ферзь d6 шах и конь e7. Все, король черных упакован. То есть, пешки впереди, но смотрите, что короля никак невозможно достать. Ничем. А королю белых уже над королем сгущаются тучи. Да, и белые не успели развиться. Вот он d4 пошел, чтобы хоть что-то, да? Да, ладья d8, но теперь пришлось ферзя убирать аж на a3. Что, конечно, явно не красит позицию. Может быть, здесь конь d5... А, конь d5 здесь не выигрывал, потому что конь связан. Связка, да, тут связка. Да. h4, gh, и вот она пошла, g3. Угрожает уже, взял на f1, конь f1, и g2 пешка прошла. Да, g2 и g1 ферзь. Конь d2, ход, по сути, наверное, единственный. Может быть, кстати, здесь... А, здесь опять конь d5 не было уже хода, да. Слон h3. Слон h3, вот это ты сильно нашел. Я что-то забыл вообще про эту идею. Наверное, слон h3... Да, слон h3 это, конечно же, первая линия. Тут, собственно... Еще надо давить на слона, который связан с f1. Слон h3... Ну, потому что, например, можно было вот так сыграть, то есть, но здесь получалось так, что g2 здесь... Да, извиняюсь. Ну, он откупался просто. Она да, хочется откупался, его убить. Ну, все равно у нас оставалось что? У нас оставалась лишняя фигура здесь. Лишняя фигура, хочется по-настоящему добить. Поэтому слон h3 это еще сильнее. Здесь уже связки мертвые. b4, вот здесь вот может быть и конь d5 сразу выигрывала. То есть отвлечь еще коня. Ну, там какой-то b5 шаг. Нет, там, может быть, там конь g2 какой-то был. Хотя все равно слон g2. Нет, здесь уже, мне кажется, убивает все. Ну, тут все уже. Слон f1, конь f1, ладья f1. Ну, на конь f1 просто g2 ферзь прошел.
король d2, ну и дальше уже понятно, что здесь убийство. g2, мы все взяли. b5, еще и конь e5, грозит вилка на c4, ну здесь соперник и на f3 плюс еще грозит. С разгоном. Да, он растерялся окончательно и зевнул вилку просто. Слон b2, да, конь c4 и все. Здесь мы просто убили, и здесь соперник сдался. Ну вот такая вот любопытная партия, и очень жалко, и извиняемся мы еще раз перед зрителями, что не удалось нам ее показать в прямом эфире, потому что мы просто тупо забыли нажать на кнопку REC. Очень обидно, но надеюсь, понравится все равно. Ну что ж, всем спасибо и всем пока.